Дадите. Да мы поделимся. Ну, два на Урал, два на 3,45 и 4 возьмете себе печки. Вот от Балаковской епархии подарки 345-му полку, 83-му полку и шторму Урал батюшка вручил. Уважаемые жители города Балаково, хотим вам передать огромный привет от 72-й бригады, от собранных Саратов, от 25-й армии, за оказанную вам гуманитарную помощь. Спасибо вам большое, победа будет за нами. Сегодня у дозора день рождения. Мы его поздравили, пожелали здоровья, удачи, побыстрее вернуться домой с победой, живым-здоровым. Дозор, с днем рождения! Ребята, вам всем удачи! СОБР, 72-я бригада, 25-я армия. Северодонецк, мост через речку. Такие вот переправы временные сделаны. Северодонецк. Приезжаем завод «Заря», где изготавливали часы ручные. И не только. Часы. Такой страшный кинок. Просто подъезды нельзя. Рубежная. Объехали Рубежное. Город закрыт. Зашло ДРГ. Объезжали полностью окольными там путями. В город нас не пустили. Да, сейчас едем на Кременную. 9 января 2024 года. Прибыли в Кременную. Землякам 83-й полк загружаем. Вот, передали котят. Какую бригаду передали? 83-й полк. Какой? 83-й полк передали. Все. Будут жить. Назовете как? По-саратовски как-нибудь? Посмотрим еще. Да. Ну все. Чтобы мышей у вас не было.